Ребята, всем привет! Привет, ребят! Олег, что у нас сегодня? Сегодня у нас распаковка и сборка керамического гриля, вот такого здоровенного, Kamado Joe. Магазин Kamado Joe.ru подарил нам такой гриль, кучу всяких гаджетов и девайсов к нему. Сейчас потихонечку разберемся, что здесь к чему, вам также покажем. Ну и распакуем коробочку и будем собирать гриль. Ну, начнем с обзора всех гаджетов и принадлежностей для гриля. Я думаю, стоит начать с самого крупного. Это вертел, вот такой вот электрический. Он одевается прямо сверху на гриль. Ну, сейчас ничего распаковывать не будем. В дальнейших наших видео мы все это используем, вы обязательно увидите. Дальше это вот такая чугунная решетка для стейков. Толстая чугунная решетка, но тоже, когда будем делать стейки, дальше вы все увидите. Также сковорода двухсторонняя, решетка с двух сторон разная. Ну, тоже сейчас распаковывать не будем, все в дальнейших видео, все эти гаджеты будут использоваться. Далее это идет расширитель, это второй уровень гриля. То есть можно готовить что-то на нижнем, что-то на верхнем. Разные блюда, разные продукты можно готовить на разных уровнях. Далее камень для пиццы с глубоким дном. Ух ты, тоже очень тяжелая. Это голландская духовка или голландская печь называется по-другому. То есть, ну, вот такого вида, тоже обязательно в ней что-нибудь вкусное приготовим. Ну и здесь по мелочи осталось. Это нож для пиццы, пиццу резать. Также керамическая подставка для курицы. Вовнутрь можно залить либо воду, либо пиво. Приготовим курицу тоже обязательно на ней. Кубики для розжига. И самые основные инструменты для работы с грилем. Это щетка, чтобы его чистить. Щипцы и лопатка. Такая интересная тоже. С насечками с разных сторон. Тоже все это будет использоваться. Также крупнокусковой аргентинский уголь Kamado Joe. Нас уверяют, что это один из лучших углей. Но мы обязательно это испробуем и вам покажем. Самим интересно, сколько он будет гореть, как разжигаться и так далее. Ну все, сейчас мы все уберем. Как-то стрёмно, просто все ходят вокруг, смотрят. Такое количество у нас здесь всякой всячины. Сейчас уберем все это в гараж и будем делать распаковку, анбоксинг самого гриля и собирать его. Приступим к самому главному событию этой осени. Честно говоря, я безумно рад. О таком гриле только вообще мечтал всю жизнь, когда видел его на видосах, на всяких. Но теперь он у нас есть, поэтому будем на нем готовить. Будем себя и вас, соответственно, радовать нашими видосами и вкусной едой. Приступим к распаковке. Напомню, что у нас гриль Kamado Joe Classic 2. О, как отлетает. Невероятно тяжелая вещь на самом деле. Коробку эту замучились. Ну, когда соберем, он будет на колесиках. Поэтому, я думаю, мы с ним легко управимся. Вообще, для дачи, ну или для гаража у кого-то, как в нашем случае, я думаю, это просто отменная вещь. Такой здоровенный, я думаю, даже он меньше. Класс вообще. Просто офигенная штука. Сейчас разберем все, потом посмотрим инструкцию, как его правильно собрать. Ну и соберем вместе с вами на видео. Красавец. Да, здесь решетки, я так подозреваю. Сейчас все откроем, посмотрим. Ну вот, почти распаковали гриль. Так, как он здесь? Защелк. А, вот. Офигеть, сама. Такой механизм, то есть вообще мизинцем ребенок может поднять. Хотя, я думаю, эта крышка керамическая весит килограмм 20. Сейчас будем вскрывать, посмотрим инструкцию. Это просто... Что в этих пакетах, и будем собирать. Внутренность тоже вытащим. Так, жароотсекателя, наверное, вот так целиком можно все вытащить. Топка. Да, керамические тоже, блин, керамика тяжелая. Вот это весит килограмм 20.
дом нижний. Отдувало, сейчас все будем устанавливать. Теперь устанавливаем зольник. Все отлично. Собираем топку. Кстати, при использовании в частных руках производитель дает пожизненную гарантию на керамику. Собрали топку, вот так она выглядит, одели это кольцо вдвоем. Классно все получается и в принципе не сложно. Теперь, если надо, при желании можно установить отсекатели жара. Можно один поставить, здесь будет прямой метод, здесь не прямой. Если нужен вообще не прямой метод, ставится два отсекателя. То есть и здесь будет продукт, который долго готовится, просто будет не прямой метод, чтобы он снизу не горел. Но это для разных рецептов будем использовать. Можно так тоже удобно. Допустим, на прямом жаре подрумянил что-то. А чтобы довести до готовности, сюда переложил в эту часть гриля, и там будет доходить, уже не гореть ничего, просто доходить. Классная вещь, можно полностью сейчас вот так собрать. Сверху можно поставить на два уровня решетку, также можно ниже ее опустить. Вот сюда вот. И обычная стандартная решеточка. Также можно на два уровня, скажем, сверху. Вот гриль полностью собран. Работать с ним будем по-разному тоже. И прямой, и не прямой метод. Решетку будем опускать, поднимать. В принципе, сборка заняла минут, наверное, 15-20 вдвоем вместе с распаковкой. Так что все элементарно просто. Гриль готов к работе. Еще раз огромное спасибо магазину Комада Джо.ру за предоставленный такой подарок. Честно, когда его привезли, я радовался, блин, не знаю, как ребенок. Классная очень вещь, будет служить верой и правдой, будем много рецептов на нем делать. Так что все, ссылочки на магазин Комада Джо будут внизу в описании, где можно приобрести грили, все девайсы и так далее к нему. Все, огромное спасибо ребятам за предоставленный такой подарок.